6 интернет-преступлений раскрыли полицейские за 2 дня. С 26 по 27 июля стражи порядка работали в режиме оперативно-профилактического мероприятия «Антифред». Проводили мониторинг сайтов объявлений OLX.KZ, Крыша.KZ, Колеса.KZ, социальных сетей ВКонтакте, Инстаграм и других популярных ресурсов, которые часто используют сетевые аферисты. Так выявили 3 фейковых объявления якобы из разных городов о продаже одного и того же автомобиля. Кроме того, раскрыто 14 ранее совершенных преступлений в сфере информационных технологий. Одно из них – интернет-кража с банковской карточки, пин-код которой был известен злоумышленнику. Остальные – случаи оформления кредитов на чужое имя.